Соответственно, горожан ждет подряд 3 выходных дня. Суббота и воскресенье 26 и 27 числа и понедельник 28. Следующие длинные выходные будут только осенью. В октябре ожидаются также 2 национальных праздника – Курбан-Байрам 4 октября и 11 день Республики Башкортостан. Оба праздника приходятся на выходные дни и поэтому будут перенесены на понедельник.